Привет, всем привет! С вами Лига Music Wars. Значит, сегодня мы пойдем по новым разборам. Тема видео, как вы понимаете, Википедия Music Wars. Как вам стало известно, и вы многие уже читали новости, 3 числа была опубликована статейка в официальной группе Music Wars о том, что открылся сайт Википедии Music Wars. Но прежде чем мы пойдем к этому сайту, давайте же почитаем наши комментарии. Я, если честно, Википедию посмотрел, и мы к ней перейдем. Но сначала давайте к самому интересному, к самой новости. Итак, все прошло, 36 комментариев. Типа, и показывают сначала интересные. Нет, давайте с самых старых. Несу. Закуски, решайте проблему с ботами. Сколько можно уже повторять комментарии? Все понятно. В Википедии 100% про ботов написано. Дойдем. Что насчет эвентов и дней заданий? Четкая таблица по порядку, после чего будет. Такого никогда не было и не будет. То есть четкие данные о том, какой за каким эвент идет и что хотят знать игроки, такого не будет. Ну, нам как бы это все сказали. Не вижу смысла в этой Википедии. Игруха уже умирает. И с таким днем все больше и больше они решили придумать Википедию. Кроун, я тебе скажу, что не они придумали Википедию, а придумали ее игроки. Игроки, соответственно, сама администрация Music Wars только помогала. То есть, соответственно, Simtex, Муня, Abrivio, насколько я понял, да, и Heli Masters. Простите, если кого-то неправильно назвал, я старался. Я имею в виду, старался неправильно назвать. В общем, молодцы ребята. Это чистый энтузиазм. В свое время мы тем же занимались, когда создавали базу студии и базу всего оружия. Мы наткнулись на множество проблем, прям реально очень много проблем, именно с тем, что нам просто не шли навстречу. И поэтому ребятам жму их мужественную руку и сказал спасибо за то, что вы сделали. Действительно, сейчас перейдем на сайт, но сначала еще почитаем тут. Итак, что насчет элитка? В конце боя голосование за лучшего игрока боя за дополнительную плюшку. Опять молчим. То есть, как и положено, да? То есть, хрен больше ласты по бану. Твердый, свежий, с ботвой на ваш выбор. Если намерками, то это, говорит, сарказм. Елена все правильно говорит. Таблицы никогда не было. И все, что видели раньше, это чистой воды совпадение. То есть, все эвенты, которые идут по очереди, соответственно, это совпадение. То есть, так что все нормально. В офис, говорит, никто не попадет, не устраивайте клиналю, с общими стандартами, диалогами является угроза и хамство. Да, ну, то есть, понятно, короче, что отвечает. Так, всегда, пожалуйста, официальную группу. Угу. Господи, наконец-то, воистину хорошее. Сюжетом бы занялся, вообще цены были бы где. Ну, ладно, тут, короче, все понятно. Тут положена идея, основу и сюжет у каждого игрока свой. Ну, тут, да, непонятно, конечно. Спасибо вам, Александр, то есть, ну да. Тут многие, кстати, благодарят. Я тоже отношусь к этому же виду. Познавательно. Но как же Рэндом Меха против трех, говорит, звезд, когда это исправили? А как же графит? Ага, а графит еще не исправили. Отметь это замечательный день. А два лайка, я тоже лайк поставлю. Кстати, классно. Причем всем интересно, все 3 числа. Кстати, тот же самый, имею в виду, чувак, не знаю, кто такой, но очень сильно хейтит, ну, как бы уже достал. Ну, мертвый форум, почти никто не отвечает на изменения, на улучшения по игре. Они отвечают просто не по вашу честь, если честно, они там прям по себе. По поводу изменений баланса, добавьте ботов на полигон, если баланс действительно выше нормы. То есть слабее, добавляйте бота, чтобы туда, ну, это неправильно. Тут надо, короче, смотреть, Кроун пишет, это все рассматривается на форуме, здесь никто читать не будет. Подскажите, пожалуйста, через какой браузер можно зайти с телефона и играйте? Ну, как бы пуфинг говорят, то есть ту-ту-ту. В общем, по комментариям, как вы поняли, люди либо не хотят писать, хотя, ну, как бы 21 лайк, 36 комментов, то есть, ну, не очень, так скажем, люди прям активно восприняли. Я, как владелец, так скажем, сообщества, сейчас ее к себе тоже размещу. Пусть мои подписчики тоже знают. А сейчас давайте перейдем на сам сайт. Сайт Вики musicwars.ru. В общем, неплохое оформление с задним фоном, насколько я понял, ну, движок какой-то форумный. Но вот вы сейчас смотрите на сайт, и здесь немножко, так скажем, есть вещи недоделанные. Я не буду придираться. Ребята старались на чистом энтузиазме. Если Destiny людям не перечислит хотя бы по 5000 этим игрокам, то есть я на них реально обижусь. Представьте, вот каждое время человека и стоит денег.
вот здесь это, ну, это действительно, это вот, ну, представьте, написать сайт, забить его информацией, Да сейчас пройдемся по небольшим страницам, и вы просто увидите. Допустим, то же самое, вот оружие. Мы эту базу очень долго собирали. То есть здесь выстроенная база всех оружий, которые находятся, с распределением по уровням, 16, 20, 25 уровня, то есть все бонусы, но еще раритетное оружие, все описано, раритетное оружие со всеми бонусами, которые есть. Я теперь буду вас в Википедию отправлять, я не буду просить вас, перейдите по ссылке в описании, я скорее всего вот эту ссылку на отдельно прямо на оружие, то есть вот эту верхнюю ссылку, которая есть, я прямо размещу у себя. То есть здесь немножко проще, здесь все красиво оформлено, тем более ребята старались. Плюс мне понравилось здесь вот такая вещь, то есть все описание с красивыми бонусными, с определенными формами, что это рок, клаб, меломан там, ну, и все указано здесь, все элементы указаны, теперь можете подбирать под себя. Что еще? Питомцы, да, вот у питомцев, кстати, здесь вот хотел сделать как бы замечание. Вообще, если посмотрите, здесь у нас 19 питомцев, то есть 19 вообще по уровню, все описаны, ну, то есть со всеми бонусами, все как положено, придраться здесь не к чему, действительно, описано с теми бонусами, которые дает дополнительный значок, ну, типа тут у всех это передатчики, антенны, там, короче, квала, ну, в общем, все читать тоже не буду. Здесь мне не хватает топовой, получается, умелки, показывающей, сколько что делается. Допустим, вот указывается, покойся с миром, ну, то есть, вот, все, на первом уровне. Пожалуйста, укажите шанс. То есть есть таблица топового 20-го Дракулы. Пожалуйста, ну, сделайте ее где-нибудь выпадающим списком. Допустим, вот здесь, выпадающим списком. Что на 20-м уровне покойся с миром действует с таким-то процентным шансом. То есть настолько-то ходов там, типа такое. Призрак тоже с таким-то процентным шансом на 20-м уровне. Вот здесь маленьким выпадающим списком еще один скрин. Еще один скрин просто добавьте, ребят, и все будет понятно. То есть на каждого питомца, что он дает на максимальном своем уровне. Я понимаю, что за ней, за таблицей в дальнейшем надо будет следить, что-то добавлять. Так что те люди, кто будет обслуживать Википедию Music Wars, пожалуйста, товарищи из Destiny, товарищи из администрации, пожалуйста, платите им деньги. Получается, вообще вот эту страницу должна была делать вообще компания Destiny сама. То есть это не должно быть энтузиазмом людей, которые никак не связаны с этой игрой. Это должно быть сделано самой администрацией. Поэтому, ну, я предполагаю, что основой был, скорее всего, Simtex. К этому руку предложила Елена. И, не знаю, возможно, кто-то из ребят, кто давал все картинки, возможность, получается, базы, характеристик, это, ну, это все было. И немножко непонятно, кстати, еще резиденция, ребят. Резиденция немножко непонятна. Сейчас покажу. Я заходил через популярные. Сразу говорю, я не нашел так. По резиденции немножко, короче, непонятно. Да, по этажам понятно. А вот здесь желательно картинками, ребят, ну, оформить и распределить. И пусть она будет, да, пусть она будет длинная. Все, но здесь много текстовой информации. А люди, которые строят здания у нас в Music Wars, они как бы, ну, не считают. Хочу, чтобы было прям красиво. Вот если уж до конца добивать. Ну, а, да, еще. По башне смерти тоже нашел косяк. Я гараж нажал. Не туда нажал. Кстати, да, ждем машинку. Ждем машинку от администрации. Все, кто ждет машинку, ставим лайки. Пишем в комментариях машинка, чтобы все понимали, что все ждут машинку. А мы зайдем в башню смерти. Итак, башня смерти тоже расписана. Ну, имею в виду, взяты основные тексты, взяты основные таблицы. Все хорошо. Даже какой-то есть, ну, не хватает. Сразу говорю, не хватает характеристик питомцев. То есть, сколько питомцев на каком уровне дают, что дают, то есть, так как они все определенного уровня. Плюс не хватает здесь описания каждого из оружий, то есть, которые у вас есть. Они изображены, но что и каждое оружие, таблицы это не хватает. То есть, оружие вот здесь, пожалуйста, внизу табличечку. Что каждое оружие дает? Амулеты, пожалуйста, внизу табличечку, что дают амулеты. Соответственно, алтари. Пожалуйста, табличечку тоже такую же. Каждый что дает. Здесь все расписано, претензий нет. В общем, немножко не хватает информативности. Но это
как бы, знаете, это придирки. Вот реально, вот это просто тупо придирки перфекциониста. Ну, то есть, а по, ну, по-нормальному, ну, даже, вот смотрите, даже постоянные ссылки, то есть, вот этого формата, сведения о странице, ссылки сюда, вот эти вот глюки, которые здесь есть, версии для печати, вот такие. Ну, в общем, к ним даже сильно, ну, придираться, короче, не хочу, потому что действительно... Ребята стараются, и они еще доделывают самая начальная, то есть страница, ну, только-только оформляется. Не судите строго, прям действительно годный сайт, нужный сайт для этой игры вообще. Мы каждый раз вот собираем, почему, говорит, есть оценка персонажа там и так далее. Вот, по сути, несколько статей бы сюда еще добавить, но это ладно. Сейчас посмотрим, как будет развиваться вообще Википедия. Большинство данных вообще есть на форумах, есть разборы на Ютубе, ну, очень много. А здесь вы прям, ну как бы полноценный сайт. Ну, полноценный сайт Википедия. Ну, прям, не знаю только, кто обслуживает, кто владелец домена. Ну, то есть, потому что он wikimusicwars.ru. По сути, по-нормальному тройной домен, поддомен вроде как бы MusicWars'а. Ну, ладно. Видимо, выделили как-то там. Так что, администрация, еще раз, пожалуйста, проспонсируйте людей. И вообще денежными вознаграждениями, как веб-дизайнеров, как создателей сайта. И, соответственно, если вы хотите, чтобы он дальше развивался и дальше, ну, появлялась какая информация, пожалуйста, информация по эвентам, информация по монстрам. Мощность монстров на 10 этаже для каждого там уровня, получается, подземки, там еще что-нибудь. Награда за каждый уровень в подземке. Награда бонусов в дрожи земли. Ну, все хотят видеть, что я получу за... 3,5 тысячи миллионов, короче, то есть типа такого. Или таблицу, она же повторяется. Покажите, что она повторяется, таблица, пожалуйста, награду. Хочу видеть награду. Награду на музмехах, то же самое. Получаешь опыт, что-то тебе дают. Где-то дают бои, где-то дают кредиты. Хочу видеть эту таблицу. То есть стоит ли дальше сражаться, что будет там в дальнейшем. Ну, вот как бы так. То есть, допустим, идет, и потом написано. Плюс вот эти бонусы повторяются через какое-то время. Ну, то есть вот так вот. Ну, хотя бы примерно так. Или до 35 миллионов там, ну, по-разному. В общем, везде разные бонусы, и хотелось бы тоже видеть эти части. Но... обращаюсь к тем, кто именно сайт это обслуживает. Если вам не платят, и у вас нет договора с администрацией, или договора с администрацией нету, я все время переправляю, что неправильно говорю. Оставляем сайт и говорим, что мы будем наполнять, будем разговаривать, будем учитывать мнение игроков, ну, если вы будете нас поддерживать финансово. Спасибо большое игрокам, кто вообще прям собирал информацию, делал этот сайт. Переходите, пожалуйста, ну, то есть, в благодарность, не знаю, можно только у меня в группе отписаться в комментариях, отписаться в официальной группе. Не знаю, как у ребят с обратной связью. Молодцы. Ну, прям пацаны вообще, ребята. Да, четко. Заебись. Как надо. Всем счастливо. Ну, ссылочку оставлю в описании. Переходите, смотрите, читайте.